Добрый день, мои дорогие раки. Я вас приветствую на своем канале. Спасибо всем за просмотр, за лайки, за то, что подписываетесь на мой канал. Итак, мои дорогие раки, хочу сейчас для вас сделать расклад на неделю с 8 по 14 мая. Раки, вам идет какая-то дорога. Дорога неплохая. Где-то будете ехать на этой неделе. Итак, мои дорогие раки, смотрим вас. Так, что моим дорогим ракам принесет эта неделя? С 8 по 14 мая. Начало недели. Середина недели. Конец недели. Ты, три старших аркана вам сразу вышло, мои дорогие раки. То есть эта неделя у вас будет важная, судьбоносная. Итак, трактую. Начало недели. Мои дорогие раки, вы можете видеть вещи, сны. Обращайте внимание на те знаки, которые вам будут давать высшие силы. Прислушайтесь к своей интуиции. Еще раз повторяю, она у вас работает просто как рентген, как сканер. Вот. Будьте внимательны к обманам, потому что много людей будут подкатывать, как я говорю, под халимы, то, что поиметь от вас, что им выгодно. Вот. Так что, пожалуйста, обращаем на это внимание и поступаем мудро. Прислушиваемся, еще раз повторяю, к своей интуиции. Дальше. Середина недели вам идет дорога. Вот. Колоду еще не разложила, но она у меня все крутится, да, поток информации идет. Вот, если вышел дорогу, так она вам идет. Так, идет дорога. У кого есть транспортное средство, кто-то вот что-то решает, взвешивает насчет этого. Дальше. Вы, раки, будете управлять какой-то ситуацией. Вы управляете, не кто-то управляет, а вы. Все зависит от вас. В конце недели вы будете на выборе, но вас еще ожидает долгосрочное партнерство. Союз. Сейчас посмотрим, что это. Итак, мои дорогие раки, что на этой неделе с 8 по 14 по работе? Работа. Мои дорогие раки, не унывайте, ресурс у вас есть. Не загоняйте себя в состояние, как я говорю, унылости, депрессии, паники, незнания, что делать. Выкиньте это с головы нафиг вообще. У вас ресурс есть, Господь Бог ресурс вам дает. Не надо загонять себя туда, куда не нужно. Вот и все. Так, по финансам, мои дорогие раки. Вот, по финансам, мои дорогие раки, вас захотят обмануть, обдурить. Будьте внимательны. Кражи, да? Кошельки, карточки. Также само, будьте внимательны по поводу звонков, да, вот этих вот хакеры, да. Как я говорю, зарятся на чужое, да, то, что не принадлежит им, забирают. Будьте внимательны, вот и поэтому вам начало недели, прислушайтесь к своей интуиции, поступайте мудро. Обратите внимание на тайны вот эти вот, да, вот тайны, крадники, обманы. Вот и по финансам вам вышло, вас захотят обмануть. Ну, я вас предупредила, то есть предупрежден, значит, вооружен, то есть по финансам вас захотят обмануть. Если вы это знаете, вы уже предупреждены, у вас этого не будет, да? То есть я еще раз повторяю, вот эти вот звонки, типа банковские работники в кавычках, там пришлите туда-сюда, кто-то обошляет классно, а вы потом выплачиваете по 100 лет этот кредит. Но оно вам надо, я думаю, оно вам не надо. Ну вот и все. Мои дорогие раки, обратите на это огромное внимание. Вот, и чтобы никто вас не обокрал. Все. Итак, для моих раков по здоровью, что на этой неделе? Здоровье хорошее, неплохое, но, мои дорогие раки, обращайте внимание, пожалуйста, на ваши родовые заболевания, то есть у кого как по генам переходит, да, ноги, позвоночник, давление, то есть на этой неделе вот эти все ваши семейные родовые моменты могут вам на это указать. То есть обращаем внимание и делаем какой-то вывод, да, вот. Личная жизнь для моих дорогих раков. Сейчас посмотрим, что это у вас будет. В личной жизни у вас все хорошо. Азарт, соблазн. Ваш партнер вас соблазняет. Ваша партнерша вас соблазняет. У вас тут все хорошо. Секса много. Ну, тут все классно. Мои дорогие раки, в личной жизни у вас все хорошо. Вот. Ну, посмотрите, как оно будет. Социум для моих дорогих раков.
В социуме, мои дорогие раки, к вам кто-то обратится о поддержке. Поддержка, я смотрю, финансовая. Но, смотрите, вам же вышло по финансам, у вас идет хитрость, подлость, обман, да? Вариантов много, раков много, рассказываю много. Смотрите, чтобы этот человек, вы его поддерживаете финансово, да, а он вам врет, он неправду говорит, да, хочет поиметь с вас то, что ему нужно, да? Вот, так что, мои дорогие раки, обратите на это внимание, большое даже, да? И вот так. Так, совет моим дорогим ракам. Не нужно вам переживать, не нужно вас загонять туда, куда не надо, особенно это вечером. Вот эти страхи, эти все ваши сомнения, переживания надуманные, да, вот и поэтому вышло вам, да, ресурс будет, не загоняй себя в состоянии унылости, паники, депрессии. Господь Бог дает, старайся это все замечать, да, вот. Вот так вот, чего не стоит делать моим дорогим ракам. А мои дорогие раки, у вас на этой неделе идет какая-то женщина, девушка, вот, и не стоит вам с ней как бы взаимодействовать на этой неделе. Ну вот сюда у меня глаз горит, вот финансы и социум, да, то есть это может быть у каждого рака по-разному, еще раз, расклад общий, да. Вот, эта барышня объявляется и говорит, отложи мне такую-то, такую тайную сумму, да, вы этой девушке, женщине одалживаете, но долго ждать будете, да, как у нас говорят, жданного 3 года ждите, вот. И все. То есть эта барышня будет говорить неправду. Вот так, мои дорогие раки. Ну, тут обратите на это внимание, потому что у вас неделя такая по финансам обману. Много вариантов, у каждого будет свой. Все. И чем порадует моих дорогих раков эта неделя? С 8 по 14 мая. Вы свои денежки оставите при себе. Вы, раки, большие молодцы. Я еще раз повторяю, у вас чуйка работает. Ну, просто. Просто на ура. Вот. Порадует вас, вы свою денежку оставите при себе. Вы примете мудрое решение, вы поступите мудро, и ваше останется при вас. Все. И одна карта из колоды Ленорман. Еще, мои дорогие раки, у меня идет информация, вас порадует еще транспортное средство. То есть те раки, которые прислушаются, посмотрят на машину свою, машину там, вот еще какое-то движимое имущество, ну, каждый ездит на разном, да, вот вас это и порадует, вот, что-то с этим связано будет. Значит, обратите внимание вовремя, да, посмотрите что-то, и оно вас обрадует. И одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих раков на неделю, что вам принесет эта неделя с 8 по 14 мая. Так. Завершится какая-то очень тяжелая ситуация, мои дорогие раки. У вас. У каждого ситуация своя. У каждого ситуация своя. Вот так вот. Завершение любой тяжелой ситуации. Это может быть и по работе, и в отношениях, и с домом, и с деньгами, с чем угодно. Так что, мои дорогие раки, удача уже, как я говорю, у порога стоит у вас, у каждого рака. Итак, мои дорогие раки, я сделала для вас расклад на неделю с 8 по 14 мая. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем вам, ваша Аза Таро. До свидания.